требуются, значит, профилактические меры, которые предотвращают отказ от ребенка. У них так, как бы это уже анализ проводить. Может, какое-то резюме подвезет? Показывает тактика, что вообще дети с знаком предотвращения отказывательного рождения за последние 4-5 лет набирают очень такой стремительный темп. И фактически очень многие регионы подключаются и начинают, да, там, застраивать и вести как бы деятельность, направленную на сохранение ребенка в семье. И если обобщать результаты работы всех регионов, то, как показывает практика, здесь будет 50%, а иногда даже в редких случаях чуть более, детей удается сохранить семьи. Это из тех, да, где матери заявляли намерение отказаться от новорожденных детей. Причем это деятельность, которая, ну, не требует огромных финансовых затрат, и она является там вектором семейной политики, а не вектором семейной политики на федеральном уровне в настоящее время. Как по регионам разнятся все-таки? Есть какой-то разброс? Нет, есть просто, ну, такая закономерность, но она, опять же, не очевидна, что чем больше населения, да, там регионы, тем процент удачи от предотвращения чуть поменьше, чем население. Меньше в регионе, тем процент предотвращенных отказов чуть больше. Ну, это обусловлено количеством, да, там, стопорожностью населения, там, и возможностью или невозможностью женщины, которая, да, там, решили отказаться от ребенка, вместе это всеобщее обсуждение. Ну хорошо, анализ провели, но это же не самоцель. Наверняка этот анализ куда-то дальше, это результат этого анализа, он будет использован, востребован. Безусловно, мы как фонд, который внедряет демократические услуги, всегда базируем на свою деятельность, основываем на анализе, на социологических исследованиях. И такое исследование было проведено в том числе по теме предотвращения отказов рожденных. Результаты этого исследования, они обсуждаются с мониторами министерствами федерального уровня. Ну, например, с Министерством здравоохранения Российской Федерации были составлены методические рекомендации на основе этих анализов, которые были разосланы в субъекты Российской Федерации в органах здравоохранения для того, чтобы органы здравоохранения взяли это на основу для своей деятельности. Как успешно они используются?